Сегодня в зале ЦДК собрались лучшие представители отрасли. Это праздник для 12 тысяч беловчан. Именно столько жителей города связали свою жизнь с одной из самых распространенных и популярных в мире профессий. Торговля во все времена была и остается основой экономики и определяет социальную ситуацию в обществе. Сегодня в Белове действуют 706 магазинов и 122 предприятия общественного питания. Сейчас у нас рынок очень насыщенный. Хлебобулочными изделиями, кондитерскими. Очень большая конкуренция, приходится выживать, соответственно, нужно поддерживать качество продукции. Наши покупатели, постоянные клиенты, внимание, всем удивить хочется, приятные сделать хочется, кто к нам приходит. Они с улыбкой выходят от вас, благодарны? С улыбкой, с благодарностью, особенно пожилые люди, очень довольные. Сфера общественного питания в Белове развивается очень быстрыми темпами. За прошлый год открыто 5 предприятий на 330 мест, а всего в городе введено более 20 новых торговых объектов. В городе появляются предприятия новых форматов и направлений, которые потребители с разным уровнем доходов могут получать услуги розничной торговли и общественного питания. Нельзя не сказать и о социальной ориентированности торговли. Так, магазин «Губернский» в Новом Городке работает по минимальной торговой надбавке от 7 до 15%. В этом году внедрена программа «Губернский», «Губернская потребительская карта». Три магазина, участники этой программы, реализуют потребителям непосредственно товары с 10% скидкой. Благотворительность этому направлению предприниматели города уделяют особое внимание. Они помогают воспитанникам детских домов, ветеранам, участвуют в различных акциях. Главной задачей для работников торговли и сферы обслуживания по-прежнему будет оставаться качество. На это направлены все усилия. Отрасль всегда будет перспективной и успешной, заверили местные власти. Ведь от того, насколько в городе развита сфера торговли, напрямую зависит развитие самого города. В перспективе создавать больше магазинов, максимально приближенных к жителям по схеме «Товары у дома». Беловские предприниматели – это новые проекты, идеи и технологии.